Привет, дорогие друзья, добро пожаловать, и мы продолжаем играть в игру Spider-Man. Погнали дальше. Значит, летим мы к водохранилищу, где находится Скорпион. В прошлой серии мы победили Стервятника с Электро. Это была жесткая битва, где, конечно же, всем хорошенько досталось, также и Человеку-пауку. Значит, где-то здесь водохранилище. Так, и мы должны сейчас лететь поскорее, Так, давай. Сейчас прилетим уже, значит, это где-то тут. А Скорпиона не вижу. Пожалуй, взгляну поближе. Будь я наемником в костюме Скорпиона, где бы я был? Блин, он сзади! Какого хера? Черт, сука, ранил, у него же яд! Я бы сразу тебя прикончил, но мне платит Октавиус, и он хочет тебя помучить. И я не против. Черт, что он мне вколол? О, это что? Море яда? Нет, это не по-настоящему. Это действие яда. Но рисковать нельзя. Надо забраться повыше и разобраться, чем он меня отравил. Тут вроде безопасно. Надо исследовать нейротоксин и создать противоядие. Обнаружено неизвестное вещество. Скорпион так. Расширил ассортимент. Некоторые фрагменты содержат линии излучения. Черт, мы попали в жопу. На самую настоящую. Так, если линия излучения прикрывает линию поглощения, оно взаимно нейтрализуется. А ну поехали. Галлюциногенный нейротоксин. Мозг создает кошмары, а тело думает, что это взаправду. Надо быстро сделать противоядие. Начнем с натурального стероида. К примеру, подойдет экстракт белой эклипты. Тут рядом оранжерея университета. Там есть эклипта. Вот и оранжерея! Теплица. Должна быть эклипта белая. Вот оно! А? Где оно? Это наяву или в голове? Может и так, и эдак. Док? Галлюцинации становятся сильнее. Но ты справишься. Док, вы как-то... Как у меня было до подключения к нейроинтерфейсу. Я всегда был одержим. Интерфейс лишь позволил мне эту одержимость реализовать. Я разберусь. Помогу. Как-нибудь. Ой, Питер. Вечно ты берешь ответственность. Знаешь, твой неистребимый оптимизм много заставлял меня продолжать работу, несмотря ни на что. Я буду скучать по нашей совместной работе. Да, я тоже буду скучать по совместной работе с тобой, док Октавиус. Но, увы, нам нужно вас истребить каким-нибудь образом. Потому что доктор Октавиус съехал с катушек. Тебе следовало бы задуматься о своих приоритетах. Посуди сам, раз я так много... Вот и белая эклипта. Это поможет мне на какое-то время. Но для антидота мне нужен антитоксин. На одной из станций Гарри
делали синтетический атропин. Мне надо скорее туда. Гигантские скорпионьи хвосты. Прекрасно. Спасибо, мозг. Гарди-паук, чувствую, как конечности холодеют от ужаса. Скорпион? Как ты узнал мой номер? Вечно ты задаешь не те вопросы. Как я тебе звоню? А звоню ли я тебе? Возможно, я лишь бред твоего умирающего мозга. Когда... выведу из себя этот яд! Ты у меня получишь, маг! Букашка разошлась не на шутку! Удачи в погоне с розовыми слонами! Исследовательская станция! Мне нужен тропин. Надо попасть внутрь! Как? Яд отропит? Атропина нет. Опять. Ты опоздал, как и в случае со мной. Вы не такой, док! О нет, это и есть я. Тот я, которого общество сочло неудобным. Та часть меня, которую я подавлял. Но ты помог мне избавиться от оков. Простите, я вам помогу, клянусь. Хватит себя обманывать. Ты никому не помогаешь. Отравлю тебе. Ты сам отрава. Ты губишь всех вокруг. Охренеть, значит, в этом кошмаре все-таки можно помереть. Ты неудачник в жизни, в любви, в работе. Поговорите со мной, я могу помочь. Хочешь возиться со мной, как с остальными? Запереть в клетке? Лишить меня воздуха? Нет, мой гений будет сиять на свободе. Я видел, Питер. Как ты делаешь заметки, воруешь идеи, крыса в моей собственной лаборатории. А я называл тебя другом. Я же ваш друг, Отто! Пожалуйста! Я всегда был за вас и всегда буду! Ты Вот он! Атропин! Надо изготовить антидот. Нужно вернуться в лабораторию. Ты все еще с нами? И почти исцелен. Простите, что сорвал вам план. О, не волнуйся, паучья башка. Теперь без множества сюрпризов. Мы очень скоро увидимся вновь. Обязательно. Добрался. Чудом. Но время на исходе. Надо смешать антидот. Ну вот. Наконец-то. Ты такой же, как Осборн! Хочешь украсть мои труды? С
Все, что будет дальше, на твоей совести! Мы все надо мной смеялись! У меня за спиной! Ты думал, я про тебя забыл? Скорпион? Ты хоть настоящий? Ну, сейчас узнаешь! Мой момент! Опять галлюцинация. Хорошо, хоть на сей раз довольно хилая. Да куда проще? Ты просто яд, который хочет меня отвлечь. Да. Ну давай! Наконец-то! Время на исходе. Вроде сработало. А где мой костюм? Я переборщил с обеззараживанием. А надо бы одеться. Другое дело. Сделаем вид, что ничего этого не было. Да, что только мы не натворили, чувствую, вот, по пути. Так. Ну, может, это галлюциногенный, эти, отходняк такой галлюциногенный у Человека-паука. Так, ну хорошо. Ядовитые улицы пройдено. Фух. В голове туман. Надо развеяться, чтобы остаток яда выветрился из организма перед следующей дракой. Прошвырнусь по городу. И здесь, пока Майлз не вернется, лучшее, что мы можем сделать, это накормить всех. О, Питер, как я рада тебя видеть. Ты как? Здоров? У меня все хорошо, а как ты, Мэй? Очень занята. О, позволь мне... О, ничего себе! Я в норме. Мэй, помнишь, ты сказала... Нужно смириться, что я человек, такой же, как все. Ты, Бен... Вы мастера обращать мои слова против меня самой. Все хорошо, Питер. Я просто немного устала. А где Майлз? Не помогает? Он помогает. Он пошел забрать медикаменты из центра помощи. Удивительно, как быстро у нас заканчиваются антибиотики. Ясно. Постарайся отдохнуть. Я организую разгрузку и встречусь с Майлзом, хорошо? Хорошо. Придется смириться с тем, что и у меня есть слабости. Ну же, Майлз, ответь. Не заставляй волноваться о тебе и Мэй. Тебе и легкое дело. И вот это все сделала кучка зэков. Больше похоже, что здесь прошел бульдозер со взрывчаткой. Назад нельзя. Пиру нужны антибиотики. Видел, как здоровяк ему врезал? Слышал звук? Я слышал! Что за черт? Сработало. Я мог бы перепрыгнуть через стену. Медицинский контейнер в палатке. Это будет легко. Видел, как он прошел. Марля. Просто зверь какой. Йод. Но никаких антибиотиков. Ищу дальше. Это можно закончить. Просто выдай нам точку и расписание ваших рейсов. У меня нет... Лекарство есть там. Надо пройти мимо этих типов. То, что делает Бенсон, это мерзко. Почему суперпарни уничтожают эти центры помощи? Да все из-за Осборна. Хотят показать, что он слаб, что не может защитить город. Звучит очень пафосно. Пока мы берем все, что находим и хотим взять, мне наплевать.
Ну да. На черном рынке за это дадут целое состояние. Давай копать дальше. Эти из Соболя выдали координаты складов? Ну да. Теперь здоровяк в одиночку крутит станции. Он просто ходячая бомба. Это все его русская кровь, чувак. Делает без... У меня папка. Это есть? Папка? Разве это не значит, что ты тоже русский? Что? Нет. Чувак, хватит про мою семью, понял? Еще одна палатка с припасами. Пара пакетов первой помощи, но антибиотики. Где же они? Они собираются делить... Лучше избегать снайпера. Капец, дорогие друзья, стелс жесткий. И тут реально все за кейти разгромили. Так, отлично. А, амоксициллин. Прекрасно. Это очень большой человек. Нашел взрывающийся бульдозер. Маршруты и расписание! Живо! Я сказал! Джентльмены, простите. Мой напарник не учтив. Он не владеет тонким искусством убеждения. Стой! Зря я это увидел. Что это? Проверь. Живо. Он меня не видел. Надо выбираться отсюда. Кто здесь? Выходи! У меня нет времени на игры. Тоннель. Теперь мы играем со светом. Я поиграю с твоей розой. Выходи, я обещаю, что я заставлю. Не смотри на меня, не смотри на меня. Мимо него. Меня слышь. Выходи же! Немедленно! Мне это не нужно! Еще немного... отсюда. Наверняка выход уже близко. Боже, страшно, дорогие друзья! Ой, черт! Надо выбираться отсюда. Черт! Погнали, блин, это какой-то... Это очень жуткий хрен. Может, там я буду в безопасности? Где? Вот, тот контейнер. Это выход. Ты не прячешься! Надо, чтобы он отошел оттуда.
вперед, вперед! Ищу ветра в поле! Ненавижу искать ветер в поле! Надо сообщить Мэй, что я нашел. Отстань от меня! Отдавай бумажник! Помогите! Отцепись от него! Это ты зря, паренек! Нельзя же вот так толкать людей! Что? Вот так? Ладно. Смелый малыш. Напрячь ноги. Так, ну чё, Майлз начинает драться, дорогие он... друзья. Через секунду он уже ничего не скажет. Неплохо. Он вспомнил то, что чего ему, чего обучил, ну, Человек-паук ему сказал. Вот так делаю удар, короче. Нормально. Хочешь попробовать? Надо поработать над фразами для драки. Так, хорошо. Майлз, эй, я пытался дозвониться. Живой? Слушай, только не злись, но мне... Мне нужно кое о чем тебе рассказать. Ну вот такие пироги, дорогие друзья. Ты молодчина, Майлз. Фух. Оставайся в пире. Если преступники впадут в отчаяние, они могут напасть на приют. Я и сам подумал. Если здесь что-то еще произойдет, я дам тебе знать. Супер. Спасибо, Майлз. Юрий, я понял. Носорог нападает на центр помощи Оскорб. Думаю, я знаю его следующую цель. Сообщают о каких-то масштабных разрушениях в Гарлемском центре. Похоже, это он. Направляюсь туда. Ты в порядке? Устал, но еще держусь. Мы совсем справимся. Верь в это. Окей. А на этом все. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. С вами был Кот. Всем удачи и всем пока-пока.